откуда такие деньги? Ну, как откуда такие деньги? Ну, после стрима... Я завершаю стрим, короче. Захожу в приложение «Эскортницы Москва», вижу заявки на себя. Ну, и по ночам еду в Москва-Сити. Тусю там, делаю, что обычно делают эскортницы. Мне платят, и вот такие вот деньги как-то вот зарабатываю. Вроде не жалуюсь. Я не считаю, конечно, что я... как бы способна зарабатывать какими-то такими путями, но вот вроде как клиенты есть, вроде нормально.